Здорово, мужик. О, здорово. Тебя как звать? Артур. Андреевич, приятно. Привет, UFC, привет. Смотришь? Да, конечно, завтра начинается жарево. За кого будешь болеть? Да за Хабиба, конечно, за кого еще? А готов вписаться за Хабиба за 5 косарей? А что делать надо? Ну, там надо будет немножко подраться. Кто победит, тот заберет бабки. Да ну слушай, не, сейчас как-то. А чё, ну как драться-то именно? Да просто что? У тебя там лайтовый соперник, который фанат Конора, и тебе надо будет ему навалять. Кто победит, тот 5000 заберет. А чё далеко идти-то? Да нет, вот здесь за углом можно будет подраться. Ну, ты драться умеешь разума, вообще? Ну так в детстве занимался когда-то. Сейчас видишь, курю. Уже не тот. Ну похуй, пойдем. Бомжара. Блядь, ну нахуй. 5000 рублей. Не пиздишь? Нет. 5000 рублей. 5000 рублей. Что надо делать? За Конора Макгрегора. Тебе просто надо отхуярить фаната Хабиба. Ты пятерку дашь? 5000 рублей. Но только если ты победишь. Честно? Ты победишь? Конанга Макгрегора. Конора Макгрегора. Конанга Макгрегора фанат. 5000 рублей. За пятерку. Бля, ребят, ну что вы издеваетесь? На, держи перчатки. Что за прикол? Нормальный боец, смотри. Бомжара, перчатки свои возьми, на. Кто, блядь, Конан? Бля, ну что ты издеваешься, что ли, с ним? Конан, сука! Я за Конана! Блядь, ну что, ребят, ну серьезно, ну он же вообще никакой. Давай, иди, давай ему в ляпу. Сука, нахуй! Ну, бля, ну это не серьезно, да уберите вы этого алкаша, блядь, ебаного. Я думал, вы, блядь, реальную движуху какую-то, спорт, все дела. Это, блядь, а это что, не спорт? Сука! Ну, блядь, ну что ты все отъебись? Одень перчатки хотя бы. 5000, блядь, не берегу. Все, победил вроде, нет? Еще, ну, смотри, бля, шевелится. Сука! Да раз его щелкни, он ушатается. Давай, не ссы. Давайте, деритесь. Ну что с ним драться, уже никак. Бей его. Бей его. Убью нахуй. Добивай его, добивай. И 5000 твои. Давай. Да все, мужики, блядь, это бред. Я думал, вы нормальную движуху задвигаете, блядь. Это говно. Бомжара, давай, он не верит в себя. Девай, перчи, девай. Ну что это за прикол? А ты думал, все так просто будет? Ну это другое дело.